А скажите, пожалуйста, а почему ночные волки помогают, вот если по детским домам, помогают детям, в том числе помогают семьям беженцев с Донбасса? Все дело в том, что Мотоклуб «Ночные волки» — это социально активная организация, и, соответственно, она разделяет те или иные взгляды не только нашего государства, но и свои личные, и вкупе с тем, что происходит вокруг, не может мириться с несправедливостью и принимает участие в том числе и в помощи этим беженцам с Донбасса, людям, живущим в Донбассе. Мы должны участвовать. Это наша гражданская позиция. А вот смотрите, здесь в Москве есть несколько общественных организаций, благотворительных фондов, вот, например, фонд «Время» в том числе. Фонд «Время» помогает многодетным семьям, которые вынуждены были приехать. И вот, то есть, ваше отношение к этому. Почему русские организации помогают, а украинские общественные организации, находящиеся в России, не помогают? Все дело в том, что мы, на самом деле, не сильно знаем, что делают общественные организации Украины в России. И нас, по большому счету, мало интересует их деятельность по причине того, что мы ведем свою деятельность. Поэтому, каждый помогает там, где считает необходимым, и то, что делают, то, что считают необходимым. Если украинские общественные организации не считают нужным, это их позиция. Но то, что россияне, это правильно. Наша позиция другая, и поэтому мы имеем возможность помогать, мы помогаем. Вот. Спасибо огромное. Удачи, ребят. Всего доброго. Москва.